Я дежурил в блокпосту, помогал папе, маме и сам дежурил на блокпосту и развозил продуктовый набор. Я с папой ездил на блокпосты, отвозил продукты и всякие бытовые вещи. Мы участвовали в автопробеге, посещали все блокпосты. Ты видел, что родители сидели? Севастополь – это русский город. Мысль пришла очень просто. Элементарно, не с кем было оставить. Потому что я практически круглосуточно находился на посту. Мама занималась обеспечением блокпостов, то есть развозили продукты, снабжение. Ване просто не с кем было оставлять. Поэтому вот пришлось пойти на такой шаг. Мне страшно не было. За Ваню. Это парень, дедушка у нас, ветеран. Я служил в армии. И сын идет по той же стране.